Вечер добрый, дорогие друзья. Для вас это видео. Видео это будет о часах. Вот эти часы, они похожи на какой-то восточный такой церковь, не церковь, замок, не замок. Но отчасти есть у них. Давайте посмотрим внимательно. Видите, какие красивые часы. Вот они остановились без 15:04. Все как-то некогда сделать их, батарейки поменять, остановить. А вот эти часы идут, вот видите, секундная стрелка, видите, бежит. Здесь 7:30. Так что, дорогие друзья, видео это не о часах, а о времени, которое так неумолимо и быстро идет, мы даже не замечаем. Бывало, так смотришь, вроде бы Новый год, а сейчас уже, а сегодня уже 3 февраля. Январь уже прожит. Берегите время, цените каждую секунду его. Берегите свою жизнь, своих близких. И когда мне задают вопрос, молодой человек 34 лет, говорит, вот до 30 как-то не задумывался, сейчас задумываюсь. Я его утешил и говорю, ничего страшного, иди поступи в университет по своей специальности, за 4 года закончишь и будешь работать по специальности, по своей автомобильной тематике. Сначала будешь мастером, потом замначальником, потом начальником. Со временем, не все сразу, но к 40 годам ты можешь успеть. И то, что ты сейчас заложишь, будет у тебя в 40, а потом в 50. Если ты остановишься, как вот эти часы, на 34 года, вот видите, тройка и четверка. Явно до 40 ты не дотянешь. Так они и будут стоять. И будет 40. И так они будут стоять. На без 15:04. Не упускайте шанс, когда он есть. Когда он есть. А вот эти часы идут. Иди в ногу. Ногу со временем, ногу с этими часами. Вот эти, конечно, красивее. Но они стоят. И будут стоять, пока их не сделаю. А эти не такие красивые, но будут идти. Вот такая жизнь у нас, дорогие друзья. Так что берегите время, всегда учитесь. Никогда не поздно еще начать жизнь заново. Это мой вам дружеский совет. Ну и еще один совет. Любое начинание начинайте с понедельника. То, что со вторника начал или с субботы, как правило, не заходит. Поэтому с понедельника начинается новая жизнь. Я, кстати, там в одном направлении тоже новую жизнь начну, но только с понедельника. А сегодня у нас четверг, 3 февраля 2022 года. Это видео из города Барнаула, зовут меня Николай. Смотрите мой канал на YouTube, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С удовольствием жду. Всего доброго.